Эту встречу со зрителями артисты Народного театра «Крылья» ждали долгие месяцы. А гид-бригада с успехом выступает на разных площадках округа. И не только. В минувшие выходные труппа блистала в Звенигороде. Мы привезли фронтовой концерт, нашу агитбригаду «Победный марш». Он завершает цикл наших победных маршей сегодня в сентябре. Но мы надеемся, что Звенигород еще не раз услышит и увидит наши песни и танцы. Мы очень рады, что сегодня на площади было много людей, много отзывов, добрых сердец, хороших глаз, много детей. Потому что нам очень важно, чтобы маленькие дети прочувствовали боль и радость этого замечательного праздника. Праздника со слезами на глазах. Зрители не скупились на аплодисменты и с удовольствием подпевали артистам. Вот одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь он моряк, Мишка, моряк не плачет, но в этот раз поплакать справа не беда. Я просто в восторге, я так рада, что вы есть, что после этого шоу я счастлива, что есть такие девчонки и мальчишки. Фронтовая агитбригада «Победным маршем» завершила концертную программу. Гастроли позади, впереди встреча с любимым зрителем в театральном центре «Жаворонки». Мария Шматкова, Юрий Антохин, телекомпания «Одинцова».